Всем, друзья, привет! И это Руны 2, как понимаете и видите. Здесь на данный момент это доступ ранний. Раньше по времени она будет доступна 13 числа. Спасибо большое разработчикам, когда предоставили ее. И давайте посмотрим вместе с вами данную версию. Так, создавать синглплеер. Новая игра. Так. Но у меня будет девушка, я любитель такого. Так, есть многофункциональные цвета, да? Я вижу. Пусть темненькая будет. Ух ты, какая, с отухами. Я, наверное, такую выберу первую сам. По прическе. Во. Нехило. Вот две косички. Ух, какая грозная-то, а? Проломит голову, кому надо. И не надо. Такой не поспоришь. Но, блин, классно. Так, можно светлую сделать, темную. О, белая. Вот это да. Оттенок даже можно сделать. Так, я, наверное, вот эту оставлю. Так, что здесь? Бороды есть, усы для викинга. Ну и все. Больше для счастья ничего не надо. Даже может быть цвет. Без оттенка даже лучше. Все, начнем. Так. Легкий, да? Normal Hard Ragnarok. Удачи даже говорят на Рагнароке. Там... будет, наверное, вообще дичь. Давайте на норме же. Там. Так, надо будет смотреть на карту частенько. И... думаю, сложности не будет. Главное одеваться. Of the Norfir tales of Ragnar Jarlsson. A fierce warrior who risked all to avenge his father and stop Loki from ending the world. Peace reigned for decades, but the trickster broke free from the shackles that restrained him and brought chaos to the Nine Realms. And now, the end of the world is upon us. Ragnarok. Midgard is torn by war, storms, and the wrath of fierce beasts. It was foretold Ragnarok would end with Loki's death. Nothing has happened as foretold. Loki has sealed himself on the Vigrid plain to avoid his fate. Awaken, warrior. Rise up from the underworld and return to the mortal realm. Do what the gods cannot. End Ragnarok. Let nothing stand in your way. Так, хорошо. Так, осмотреться. Не, смотрите. Welcome, mortal, to a land more dead than alive. I am Heimdall, watcher of the gods and guardian of the Bifrost. Он смотритель и защитник. Your senses do not deceive you. You live again.
though at great cost. Mortal, time is more precious than you know, so pay close attention to my directions. Your spirit is new to this body. You are disoriented. Move around. Find your balance. Так, нормально. Now, arm yourself with whatever weapon you might find in the vicinity. Сейчас, так. Щит. You ask how this is possible. Есть, ага. Mortal, with the last of my power, I have plucked your soul from the depths of hell and bore you across the Rainbow Bridge to Midgard. Though I have no right to ask, I have nowhere else to turn. Would you help us, mortal? Would you take up the mantle of Fate's champion and bring an end to Loki's sacrilege? This island was once home to Wotankeld's clan. Brave warriors, favored by the gods. You must find a good spot to craft shelter. Somewhere we might discuss your fate. A warm hearth is a necessary respite for even the hardiest warrior. Стрелу забрал. Нормально, нормально. Так, давайте кожаная броня, рецепт. Здесь можно покрафтить, как видите. Надо хороший меч взять. Полученные новые знания, строительство, да? Понимаю, строение какие-то. Может, деревню можно будет свою построить? Что у нас здесь? Нет. Кусок древесины. Стране повреждена приоритет, достанется ремонт. На колонке создают броню. Так. Здесь что надо? Кусок древесины. Ну вот как раз. Берем топор. Так, о, топор. А где у нас топор-то? А меч подойдет? А, ну вот. Собираем. Прикольно. Но вроде бы неплохая. О. Мы так сломаем меч. Так, вот он, топор. Вот он, топор, а мы мечом рубим. Отлично, выбрали. Получается, все это на выборе, получается. На скролле. Лишнего не будет. Так, здесь камни, да, надо. Большой деревянный молот. А у нас он есть? Молот. Руины старого Витенхельда. Знаете, что? И почитаем проклятый зимон за зимой. Народ Витенхельда выдержал. Чё? Что за дела? Почему это все пропадает? Строение. Зимой народ Витенхельда выдержал века Рагнарёк. Перед нами все еще осталось. Все, кто перед... Да, перед вами так не попал в Вальхаллу. Уходите отсюда, если не желаете той же участи. Ну, нытики. Начинается. Так, строим. Что еще? Опа-на! Вот это кай. Смотри, алло. Я вроде бы ничего не делал. Так, починить снаряжение. Посмотрим. Чинили? Вроде бы да. Ну-ка посмотрим. Интересно. Непонятно, конечно. Так, надо крафтить. Посмотрим. А что мы можем крафтить? Костер. Охотничье копье. Охотничье копье. Повязка. Кожаная броня. Кожаный доспех. Обрывки кожи нужно, короче. Давайте костер сделаем.
Костер готов. Он сбоку появился. Так что здесь еще обрывки кожи опять же. Давайте охотничье копье сделаем. Все это аккуратно и все. Так, скиллы. Скиллы. У нас есть один поинт. Задание какие у нас? Камни, короче, найти. Обычно камни наносят бонус на урон. Так. По земле? Ага. Надо еще правильно делать это все. Так. Дивуля. Так, что у нас? У нас только щит есть. Изготовление. А, ты здесь можешь, да, это все делать. Так. Левел стамина на 20% увеличится. Регенерация. Берсерк. Это второй левел нужен, чтобы переходить сюда. Смотрите, да, третий, четвертый. А вот здесь второй только. Так, ну это жажда крови, вот это вот. В течение, ну, 10% крита. А пока вы жажде крови. На 20% выносливость уменьшает. Так, здесь крик. 50 дамага врагу будет. На 10 метров. От тебя получается. 40 секунд кулдаун. То есть перезагрузка. Это активно увеличит ваше здоровье. 5 раз на 4 секунды. Давайте я, наверное, стамину. Я хочу стамину. Так, все. Сделали. Но здесь магия. Тор, магия, такие, какой-то медведь, кабан. О, волки. Что здесь еще есть? Всякие твари. Так, хорошо. О, ящик. Ящик. А я могу, короче, вот эти вот убрать. Аккуратно складываем, короче. Костер надо будет поставить. Не лишний. Не был. Так. Поставить его куда-нибудь. Давайте сюда поставим. О! А что мы можем поесть? Тебе. Так. Необходимое. А, ну это. Это местное. Ты можешь поставить и здесь крафтить, да? А как еда? Что, не надо еду? Еще один. Смотрите. Давайте не будем разбрасываться топорами. Зачем ты меня ударил? С ума сошел? Так, мне... Нужны камни. Здесь их нету. Значит, найдем. А вот они. Есть один. Именно это. Топовые удары. Inside the structures you build, you might find the means to heal your wounds, cook food, store items. Repair worn weapons and armor, or forge new equipment. Each building serves different needs. Я тебя понял. Постройку. Все установленное оружие, брони полностью отремонтированы. Ага. Это за счет... Так, надо обрывки кожи. В сундуке взять. Ага. Что? Забрали. Отлично.
Так, инвентарь. И левый. А что я должен сделать? Ну вот. То есть делить, да? А как я должен спасти? Он предлагает спасти. Дропнем, да? Ну-ка. Угу. Спасать. А, кусок древесины нужен, да? Сейчас. Вот, ну все. Так, деревянный молот надо сделать. А вот как спасать? Ну вот, спасите свой ржавый меч. Может быть, мне как-то здесь? Нет. Это тоже нет. Как я должен отнестись к этому? Так? Нет. А, вот так вот. То есть двумя руками. Хорошо. Все. Я, получается, деревянный, данный меч разобрал. Ну вот он у меня. Создайте, типа... Я раньше время создал. Хорошо. Вот я создал. Вот этот я сюда положу. И он разбирается. Отлично. Разобрали. Он типа лучше меча моего, что ли? Ты умно махает, ты как, смотрите. A sturdy hut. Though you know not of your past, it is clear you have not forgotten your talents. This is as I had hoped. It is not by chance that I selected you. In life, you were a loyal Jarl who died. Я должен кушать что-то. Повязки. Not in battle, but of the plague. An unbefitting fate for a thane such as yourself. You belong in Valhalla, not Hell's frozen underworld. Do not worry, mortal. In time, I will help you fill in the blanks of your past. But for now, we must focus on preparing you for the journey ahead. I, Heimdall, will be your guide. There is someone here that I want you to meet. Да я понял. Короче, он, когда не волнуйся, мы типа сразимся еще с уродами и все такое.
А вот, вот этот вот чувак, что он будет нам лезть? Кстати, игра сама сохраняется со временем. Warrior reborn. I am Halfdan, seer of Wotengeld. Or what's left of it. Так, ты, типа, thank you for rebuilding this sacred domicile. I sense you are charged with points of Asgardian energy. Gift from Heimdall. Ага. Perhaps you should look within and see which of your tributes you wish to enhance with this energy. Ну. Так, энергию, типа, надо куда-то раскидывать и здесь смотреть. Скиллы. Возможности. Всякие разные. Поинты, да? You must allocate these points evenly to raise all the faculties equally, or channel several points into one area to specialize. It is your choice. Как он орёт. Levels of experience. Во, потише базарит. Теперь более лучше. Он такой орущий. To assign them to your tributes each time you level up. Choose wisely. Надо, короче, с мудростью все выбирать, а возвращения не будет. You are satisfied with your statistical improvements. A seafaring vessel recently ran aground. Когда вы являетесь удостоверены статическим улучшением своим, I fear your arrival may have revealed this здесь есть мореходное судно. To the world. И типа можете отринуть свой страх и двигаться. Так, окей. Это данные персонажа. Вот они. Так, сила. Что здесь получается? Дамаг. У нас получается больше. Критический урон. Так, у нас 9, да? Здесь ослабление защиты. И, ну, здесь получается увеличить здоровье, выносливость. Наверное, да. Давайте, наверное, здоровье. Сила. Давайте, наверное, так. По 3 пока что. И жизнь вот так. Все, первый левел есть, готов. Все сделал. Опа. Пивко. Это я умею пользоваться, отлично. Топором здесь. Давайте сделаем вот это. За пиво, пиво выпьем. За вас, друзья. С молотом. Че ты хочешь? Так, надо двигаться. Я пошел. За двумя топорами, если что, выкинем нафиг. Ага, атака. Ну, правый защищаться, я понял. Во время удара. Либо просто блокируешь, либо во время удара. Угу, а он может удары сильные делать. Понятно. Так, я хочу копьем. Не тут-то было. Ах ты уродец. Так. Ой, давай-давай, вставай. Отлично. Проткнем тебя. Оп. Ну и чё? Повязка-то. А повязка нам чё даёт? Повязочка. Где-то была.
А, вот она, повязка. Она лечит нас, вроде бы. Угу. Да, хопулька нам лечит. Перекат. Давай. Ну и что ты там встал? Опа! С ног срубили. Так, надо повыше, чтобы землю не пахать. Копьем. Вот, мы хорошие воины. Slaves taste treacherous designs. Only in death do Loki's thralls prove useful. When their bodies fall, so too may useful items. Now return to Halfdan and tell him what happened here. Да, не видно ее. Так, здесь. Так, красноту это не надо, да, брать? Так, камни, руны. Отлично. Восстанавливает умеренное количество здоровья. Руны телепортации. Руны берсерков. Ага. Ну, берсерки мы знаем. Кровь там туда-сюда. Так. Побазарить с нашим кузнецом надо. Так, давай. Ух. Как дам колотушки по башке. С земли войдешь, никому не дать. Пройдешь. Так. Не подпалиться. Thrall. I suspected as much. Some have not the will to resist Loki's enchantments. Others might, if they tried, but choose to serve the traitor anyway. Опа, это типа... Slay them all. Ты чё, блин? Let hell. Нельзя здесь этот постамент уничтожать. I believe that many you encountered were but scouts. When they do not report back, говорит, проделки Локи. They will follow. Indeed. I sense them approaching. Он ещё блокирует. Ты чё, блин? Warrior, prepare yourself. Блок. Defend this structure. Так, отлично. Вот и умирай там. О, толпа, толпа. Давай, давай, пах. Какие уроды. Ну-ка, ну-ка. Голожопик. Нельзя кузнеца обижать. Там при моей деревне. Ну-ка, а, колотушка сверху долбит. Так, заберем щит. Вот мусор, а. You handled that horde admirably. Perhaps when all is said and done, the deeds of your second life will be enough to earn you a place in Valhalla after all. Mortal, Opa. Loki gifted Lug. This island to the Draugr warrior Hrym, but the land belonged already to old Wotankeld. Go to the stone that marks the battle between Hrym and clan Wotankeld. Я понял. Так, у нас лук. Появился лук. Сюда его поместим. Окей. Бессмертный, так бессмертный. С тобой разговаривать не надо, все. Давайте приготовим ящерицу. Ой-ой-ой-ой. Это давай, это. Вот, приготовленная ящерица, отлично. И пивко. Извиняюсь. Так, пойдем. Мы очень лучше где-то дамажим копьем и другими. Так, здесь кто-то есть? Ищите камни принуждения в центре острова. А это что такое? Какие-то каменные хрень. Нет, не долбится. Так, давайте вот это. Возьмем. Колотушку. Здесь кто-то есть? Друзья,
Hrym slew many of Old Wharton Celts people. Жалко, until the wily chief bound the Draugr with sacreds. But his presence still taints the land. I would see this island set free. Destroy the three binding stones and slay Hrym. Вижу, оп, до свидания, Драуг. Так, размочили. Так, еще будут, да? Здесь какой-то... Приготовить еду аккуратно. На костер не надо. Пожиточки соберем. Кучу драугов еще, офигеть. Так, здесь ничего нету. Так, пойдем туда. Так. С копья. Ну-ка, ну-ка. Ах ты. Поднимайся. Так, один минус. Подлечиться. Давай тебя. Отлично, колотушкой. Ну, щита не хватает очень. Так, кровь. Это... А, так, активация. Hrym was a Jotun captain, так, уничтожили мы камень. Was pissing from the bow of his longboat. Aegir drowned Hrym for that affront. In death, Hel recruited Hrym and put him to work, giving him command of Naglfar, her ship of nails. Давай здесь драуг. Давай сюда. Драуг. Алло. Че? Залезешь? А, трал. Трал-парал. Тоже с копьем. Так, лук, лук, лук. Огнись. Вы настолько тупые, да? Кто махает? Опа-на. Энергия-то упала, как стаминка. Для этого нужны стрелы. Так, а изготовление стрел я могу сделать? Костер, кожаный доспех. Давайте вот это сделаем. Кожаный доспех. Доспех. Защита. Ну вот, да? Сделали, он автоматически поменялся. Так, лекарственная бутылочка, да? Так, что здесь еще есть интересное? Лекарство, тряпки, повязки, обрывок одежды нужно. Костер не нужен. Промахнулся ты, дурак. Есть. С колотушкой. Куда ты побежал? Я тебе сейчас. Много разговариваешь и показываешь. Ну-ка, ну-ка, аккуратно. Опа-на, до свидания. Но без ног ты ничего не сделал бы. Так, хорошо. Камень соберем. Ничему не дадем. Так, что здесь? А, уничтожение. Hel was a just master, yet Hrym still betrayed her. He sailed Naglfar to Midgard,
with the Queen of Death's entire Draugr army crowded upon its decks, as commanded. But once he arrived, he pledged loyalty to Loki instead. Сынок, шибли. Бам! Промахнулся, да? На. Ух ты, тебя в хлам просто разорвало. Это была вот как раз ярость была. Рядом со мной. Она вся в крови. Вижу, вижу. Надо побольше бы стаминки, да? Где он тогда? Снизу или где? Музон неплохой. Где-то сверху. На тебя что ли не действовало? Так, где там еще один был? До свидания. Просто в хлам. Ты что в каком-то говне, девчонка? Давайте топоры будем тратить на эту фигню, а не наши. Опа, залезешь? Умница. Так, камень последний был. Уничтожен. И там типа... Ловушку мы сейчас раскроем. Так, вот это вот. С кирпича... Ой, с этого... Он лучше рубится. Так, не, ну я лучше копьем. Давайте, друзья, на этом закончим. И в следующей серии мы продолжим. Вот, вот так вот выглядят наши викинги. И построительство, строительство, и крафт есть. Как видите. Использование рун. Левел качается. Но... Очень даже неплохо, я бы сказал. Так что, друзья, оставайтесь на канале, ставьте лайки и дизлайки, и если вам понравится, пишите в комментариях, хотели бы вы это увидеть, помимо именно нашей Вальгалы и Watch Dogs. Так что, друзья, всем аригато. Главное, не болейте, и чтобы было все прекрасно у вас. Всем пока-пока. Us to take it back. Who are we? We are the resistance.